что вот это движение так ярко выраженное? Вот этот плечом, да, вот это дети, что оно вам дает еще, окромя того, что типа там группировка сохраняется, равновесие, да? Посмотрите, пожалуйста. Встань, левшу. Поставьте правый кулак. Бэм. Ты чё? Давай. Смотрите. Ни в сторону я не хожу, никуда не наклоняюсь. Посмотрите, само по себе, конечно, если ноги не узко стоят. Посмотрите, что происходит. Я одной рукой могу бить. Посмотрите, ребят. Ваша голова автоматически за счет самого движения удара, то бишь плеча, уходит с линии атаки. А если я еще дам пятку бедро, то мне даже шагать не надо будет вперед. Типа ты меня, а-ля, встречаешь правым прямым. Это не шаг с ударом, ребят. Это удар с подшагом. Да хоть что? А? На, ударь. Вот ты сейчас видите, что он стал делать? Ты стал шагать. Понятно? Вот ты ударом справа через мою руку должен пройти. Не ждать мою. Ой, блин! Почему он соскочил? Потому что вот это потянулось. Мишка, вот это движение, пожалуйста. Да, ну далеко находишь, чуть ближе. Вот, передней рукой, вот мы боремся. Сразу, сразу. Тих! Сразу плечо рвануть. Во, во, во. Вот и не испугаться, не крути пятку здесь специально. Ребят, пятка это с дальней дистанции вы будете вот здесь вырабатывать. Ясно? Она пойдет здесь за вами. Здесь ты бьешь вот плечом. Поэтому это и будет такой падающий удар. Попробуй не от пятки, а пробуй с плеча, с руки. Проще? Пойдет нога. А теперь отпусти ее просто за собой. Не толкнись вперед, а просто бей. О! Другое движение. Ребят, толкнется. Да хоть что? А? Начните рукой бить. Еще раз. Просто рукой. Чуть ближе. Вот, вот, оп. Бей, бей, бей. Нет, нет, не прям. Прям рвануть плечом прям. О! Вот сейчас идеально. Прямо оттуда, посмотрите. Потому что вот ваше плечо доходит до средней дистанции и разгибается локтевой сустав. Ты прям уходишь сразу. Вот это то, о чем я говорил. Можно шаг с ударом, а есть удар под шагом. Он более короткий. Доходишь? И нога сама пойдет в сторону. Еще раз, быстренько. Иди прямо на мою руку. Бей. Нет, ты пошел ногой. Во! Understand? Мысль понятна? И вот это ваше, вот оно так работает. Посмотрите, голова, да? Она ушла. А далее. Все ясно. И все вокруг этой группировки. Тянешься. Все, 2 минуты.